Итак, сейчас мы с дочкой проверим микрофончики вот такие. Этот комплект стоит порядка 1000 рублей на Алишке. Ну, курс, если будет расти, будет подороже, но сейчас где-то вот так вот. Сейчас я одену микрофончик. Снимать буду приложением Open Camera на смартфон OnePlus 9 Pro. И посмотрим, какой звук дадут эти микрофоны. Сейчас я пишу звук на встроенную в смартфон камеру. Сравнивайте. Итак, микрофончик я удрузил дочь на, вот, да, вот, на грудь. И теперь она может что-нибудь нам рассказывать. Нет, не могу, потому что есть... Давай, говори что-нибудь. Я залезла на это дерево, потому что хотела помочь маме чистить жёлоба, мусор разный. Скоро буду спускаться. Ля-л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 я
65. Да, 55. Вот он, микрофончик. Я его снял. Теперь я говорю, записываю, продолжаю на этот микрофон. Оп, оп, оп. Тот же самый вид, но теперь уже говорю я, микрофон рядом со мной. В комплекте идет два микрофона, но, судя по всему, как я ни пытался, два микрофона не подключаются. В общем, в описании нигде не было написано, что можно подключить два микрофона. То есть два микрофона в комплекте не для того, чтобы получить, условно говоря, стереозвук, а просто для того, чтобы у вас было два микрофона. Наверное, это удобно. Либо я в чем-то не разобрался, может быть, нужно какую-то другую программу использовать. Open Camera я такой опции не нашел.